Блин, надышится еще. Девочки! Крикни, нас не подходит, будет угрозить. Да думаешь, вообще подойти? Не надо, подходить, позови. Че ты так орешь, правда? Ты не поможешь там. Крикни, нас не. У меня это голос. Все, пиздец, загорелся. Где пожарная машина, бля? Две минуты 15 уже прошло. А эти вышли посмотреть, короче. Они, может, тоже... Горит или не горит. Пойдем туда, сейчас дым на нас попрет, не надо. Ну дым, он, видишь, влево уходит. Да, это видишь, он сюда уже попрет. Ну, короче, сарайчику пиздец. Назад? Да. О, они так быстро едут, это вообще. Они в занос ее вообще подрезают. Ну, сейчас она перекинется уже и дальше. Пожарным у нас работает хорошо. Нас крамывают. Ему пожар не помеха. Yeah.
сейчас бы я мафию отгорю, потом будет спросить. Эти-то куда бегут? А у тебя есть этот самый память? Просто сейчас они придут, когда тушить будут, интересно. Ну вот до этого у нас не доберет. Если они сейчас приедут. Может, они доберется, кстати, да. Главное, то, что я моего мужика хотел поймать. Может, загорится, кстати. Нет, тут еще вон дерево, оно не горит еще. А у меня телефон, знаешь, что сказал? Он сказал, что у вас, говорит, достигнут максимальный размер видосика, говорит, и все. Больше снимать не буду. Значит, получается, из Нахабин, наверное, ехала. Из этой самой, которая рядом с въездом. Никто не приехал сарайчики спасать.